Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Fortnite Battle Royale. А, стоп! Это я, в общем-то, Скиф из будущего. Не поверите, кто у нас президент, или поверите. Ну ладно, суть не в этом, в общем-то, тут вначале все равно ни черта не будет происходить, поэтому давай сразу промотаем чуть ближе к экшону, я думаю, так сойдет. Да, и, кстати, в будущем по-прежнему любят лайки, поэтому не забываем поставить. Погнали! Как-то с лутом пока что туговато в целом. Блин, мне бы дробашек какой-то найти было бы совсем неплохо. Снопу тоже было бы классно. Но пока что у нас только винтовочка, и с этим придется что-то делать. Хотя бы немножко удалось ресурсов лутануть, да? 418 дров, тут немножко камней и металла, но совсем чуть-чуть. Вот в этих домиках, возможно, что-то будет. Но это, конечно, тоже не факт, но в любом случае стоит проверить. Иногда здесь бывают прикольные ништячки, которые нам определенно понадобятся. Дробашек, замечательно. Чего у меня столько много винтовок? Так, окей. Главное найти еще что-нибудь в плане захила, ну, броника. Каких-нибудь баночек было бы очень классно, потому что если я пойду с кем-то размениваться, то потом могут возникнуть проблемы. Что-то я не слышу здесь никакого сундука, кстати. Тут бывают иногда сундуки на втором этаже, там где-то на крыше. Но в данный момент что-то как-то не завезли, по всей видимости. Ну да ладно. В любом случае, до зоны бежать недалеко, можно попытаться налутаться хотя бы. И пока... Меня, конечно, устраивает то, что у нас 150 патронов на винтовку, 18 на дробаш, но могло быть на самом-то деле и лучше. Сейчас бы еще вот этого говнаря снять. Что там за говнарь, кстати? Где он? Где-то бегает, блин. Где-то бегает и перезаряжается. Так, окей. Понятно, парень. Или девчонка, кто-то там. Лови-ка, мулаточка. Блин, она либо на фул залита, либо просто залитая. С этим что-то надо делать. Такс. Да и сдохни, сдохни! Блин, ни одного хеда, офигеть. Зато снопа подъехала и захил подъехал. Шикарно. О чем я и говорил насчет разменов, но тут такой себе, конечно, размен. Но в целом захил подъехал, это замечательно. Хотя бы на фул залиться уже было бы неплохо. Ну и есть снопа. Со снопы, правда, я пока что такой себе стрелок, но, блин, возможно, что-то и будет получаться. Посмотрим. Ну и маленькие баночки, 7 штук. Весьма неплохо. Сейчас бы, конечно, лутас как дебил. Надо переключиться нормально. Не, ну вот это сейчас было, конечно, тупо, нафига я сбросился к нему. Что это было? Зачем? Надо было из-за укрытия стрелять, как бы. Тем более, чувак явно не собирался строиться. Ну такой, ну совсем нубик, конечно. Ой-ой-ой. Я, пожалуй, вернусь, потому что я молодец. Но захилочка нужна. Наверное, сразу проюзать. У нас в любом случае есть аптека, можем запиться на фул по хп. Ну и баночки нам пригодятся в дальнейшем. 7 баночек, довольно круто. Но теперь у нас есть уже и скар, есть и дробаш, есть и винтовка снайперская. Все довольно-таки неплохо. 22 человека еще, 2 фрага уже сделано. Но хоть что-то, хоть как-то. Сейчас главное, когда буду выбегать из зоны, чтобы меня никто не покарал-то нечаянно. Это вполне себе может быть. Это надо аккуратно отыгрывать. Ну и, кстати, ресурсов довольно много, да? Практически уже фул дерево и камень есть. Ну, с этим уже можно играть, это уже клево. Еще какой-нибудь гранатомет или ракетницу в идеале было бы совсем замечательно. Но посмотрим. В любом случае, скар мне из такого вот оружия, он больше всего нравится в целом. М-ка. Скар, я больше всего не понимаю. Калаш как-то очень странно себя ведет на самом деле, местный, по крайней мере. Вот очередями стрелять очень и очень неудобно как-то. А скар вот прям накидывает, будь здоров. 8, блядь, часов спустя. Вон, чат хибарка вдали. Будем аккуратно бежать. Максимально аккуратно, в стиле ниндзя-космонавта. Ниндзя-космонавт, ну обычно такие ниндзя-космонавтические войска, я бы сказал. Где вы, твари? Меня напрягает, когда ничего не происходит. Там он еще какая-то халабудовый. О! Надеюсь, не в меня? Или в меня? В кого там стреляешь, алло?
Но там явно кто-то. Кто-то, кто любит стрелять. И да, как видите, тут сундук залутанный на самом деле. Только кто-то банки не собрал. Кучеряво живете! Мне пригодятся, а что, у меня 8 банок, нормально. Ну и, блин, палево, конечно, рядом с этими домиками бегать. Какая-нибудь гадина там опять же сидит, кустовая. Ну, кусты, они везде кусты. И даже в доме кусты-кусты. Поэтому надо быть, опять же, аккуратным. И где-то начинать, наверное, строиться, потому что я боюсь, что подожмут он слева что-то. По прямой, справа, везде. Еще бы лутецкий лутануть, который чуть дальше, но это, наверное, потом. Пока что просто надо посидеть, посмотреть, что тут как с обстановочкой. Кто-то со снопухи там все пытается в кого-то выцелить. Хорошо, хоть не нас. Уже прогресс. В любом случае, имеет смысл, наверное, повыше забраться на всякий такой случай. Лутецкий бы забрать. Было бы идеально. А вон бежит кто-то. Ну, мне туда сейчас стрелять не особо выгодно, палиться. Тем более он там за горой пробежал, а нет, вот он. Ну да, о чем я и говорил. Высунулся, и можно словить просто маслину. Че этот выхухоль от меня хочет? Так, конечно, со снопы меня выцеливает гадина. Сейчас бы еще не попадать в него со снопы. Сдохни там, тварь, а! Все окей. Работает заклинание. Надо, может, было кричать что-нибудь типа там экспекта патроном или Авада Кедавра. Глядишь, бы более эффективно было, чем со скоро настреливать. Ну да ладно. Так, вон впереди еще кто-то. Впереди, спереди. Так, давай прыгни прямо под пулю шальную. Черт, ну близко, близко. Могло быть и хуже. Так, пятеро, то есть, ну, помимо меня еще четверо где-то кто-то носится. Ну, одного сайгака мы видели точно. Надо, наверное, начинать двигаться. Что я могу сказать? А вон еще один. Или друг... Так, это тот же или другой? Нет, наверное, это другой. Черт, ну еще и там строится. А это говорит нам о том, что придется его, скорее всего, рашить, потому что он на нашем пути встал. А вставать на пути космонавта-ниндзя — это такое себе. На самом-то деле, я бы никому не советовал. Да, ну вариантов не особо много, полюбасу рашим. Как говорил мой дед, кто рано встает, тот всех порашит. Рашит, порашит, порашит, да. Порашить надо, погнали, короче. Где там говнарь? Сейчас мы тут труп РУМЛЖ застройки осуществим. Блин, сейчас бы еще самого себя застроить, конечно. Идеально. С такой высоты, правда, падать, я думаю, будет больно, поэтому желательно не падать. Что-то он какой-то хитрый парень. Ты где? Что он там строит? Черт, а что, я не попадаю? Вот, это было, кстати, неплохо. Да сдохни, говорю. Сдохни. Надо было, наверное, опять Авада Кедавра кастовать, ну ладно. И так сойдет. В любом случае, у меня баночек много, я могу отпиться. И легендарная винтовка. Сейчас бы я еще с ней умел стрелять. Блинский, блин. Мне немножечко смущает тот факт, что я могу отсюда свалиться. Это будет очень больно. Ладно, не до легендарной снайпы. Тут, суть, разница не особо большая, на самом деле. Желательно пока что подхилиться, пока есть возможность. Еще где-то двое. И нам как-то с этим жить. Если у кого-то будет ракетница, то у нас возникнут проблемы. Потому что мы довольно высоко построились. Ох, хз. Ну, по крайней мере, я в зоне. Это уже радует. Поэтому немножечко так расстроимся, как, ну, типа, чтобы поудобнее было бегать. И будем ждать говнарей, где они там. Ну, один там тоже что-то, ёпта, что он там за форт-то построил. Форт-бояр целый. Больной, что ли? Чё он там, смотри, еще и лазит. Ну да. Ну, зона, по крайней мере, рядом со мной, окей. Тому чуваку, который Форт Боярд построил, ему, по крайней мере, придется бежать. Да, конечно, у каждого тупого бича по ракетнице. Что за эта акция? А вот снайпа, ну шикарно, что. Надо сваливать. Надо прям вообще сваливать, потому что падать отсюда высоко.
О, да, там. Кого ж как не меня-то вдвоем бить? Пошли в жопу, мудаки! В жопу, говорю. Не, надо конкретно сваливать. По-моему, они что-то решили во мне врага найти. Давайте такой маневр отвлекающий, что-то строим и бежим нафиг. Так, у чувака там кнопку заел он. Ты снес все, придурок! Смотри-ка, он стреляет, не унимается, лол. Так, говнарь. Лови, лови, говнарь. Все, минус говнарь. Отлично, остался один полудурок, который там с World Boyard отстроил. Но у него есть снопа, поэтому надо быть аккуратным. У меня почти что нет ресурса для застройки. У меня тоже есть снопа. Но меня это так, ну, не сильно воодушевляет, если честно. Единственное, что меня воодушевляет, то, что мы в зоне, а ему бежать надо. И походу он уже упал, да? Что там настроил за лестницу? А, вон ты что, да? Вон ты как. Ну тебе в любом случае, парень, бежать. Воу, он еще и без брони. Это мой шанс, надо его карать, пока он бежит. Беги сюда, беги, детка. Сладкий Скар сейчас тебя накарает. Блин, ну кто тебя строиться научил-то, алло. О, не, со снайпы, походу, дохлый номер попадать. Особенно в бегущую цель. Ну ты будешь вздыхать, нет, сегодня? Ты должен сдохнуть. Так, еще раз. У него вот совсем мало хп. То есть я два раза по 35 где-то попал. Типа 30-шки у него должно быть. Ну. Так, что-то я продолбил. Он куда забежал? За дерево или под горку? Очевидно, под горку, окей. Да, под горку определенно. Ну все, он там сидит, хиляется по любасу. Осталось только дорашить. Как говорил мой дед, порашить его надо. Порашить по полной просто. Ну-ка. Мазафака! Окей. Сработало заклинание мазафаки. Ну и сплясать, конечно, а чё нет-то? Унижать его так унижать полностью. Говнаря такого. Тем более, что есть за что. Калич.